Идет! Я слышал, как Илья звонил жене перед тем, как пойти сюда, говорит: парень, переживай за меня. Видимо, жена очень переживала и желала вам, чтобы вы стали миллионером. Еще раз аплодисменты! Илья сегодня стал миллионером вместе с Акбарбанком! Ура! Клюшку в подарок, наверное, возможно это, но чуть-чуть позже. А сейчас нам нужны еще более громкие аплодисменты. Миллион! Миллион! Это невероятно! Даже переполняет ощущение, я не представляю, что творится сейчас в душе у меня. Ну, ты сам прекрасно понимаешь, у каждого банка есть комиссия, у нас с Кириллом тоже 10% буквально. Шучу, конечно! Этот миллион сегодня полностью твой!